Добро пожаловать на канал Hardware.info, экотелефон Nokia 800 TAF. И сейчас я покажу, как выполнить первоначальную настройку на этом телефоне. Итак, вначале нам нужно будет выбрать язык. Для этого мы спускаемся вниз, выбираем русский, нажимаем среднюю кнопку. Нажимаем «Далее». После этого мы выбираем клавиатуру, которую будем использовать. Русский будет. Что еще? Давайте английский выберем. Видите, русский он уже установлен. Так, английский поставим галочку. Ну, в принципе, все. Ага, английский у нас уже стоял один. Понятно. Теперь будет один английский. И русский у нас установлен. Так, что-то потерялось у нас русский язык. Вот русский, есть. Нажимаем на кнопочку «Далее». Нажимаем «Ок». Идет поиск сетей. Подключаемся к любой сети Wi-Fi. Нажимаем «Выбрать». У меня без пароля, поэтому я пароль вписывать не буду. И нажимаем «Далее». Итак, он предлагает включить автосинхронизацию времени. Если он правильно синхронизировал, тогда оставляйте такое, но он меня неправильно синхронизировал. Он говорит, что у меня 6.34, а у меня 7.34. Поэтому я нажимаю «Синхронизация», нажимаю «Выключить» и сам себе ставлю время. «Сохранить». Далее. Мы надеемся, что вы никогда не потеряете свой телефон, но если это произойдет, вы можете защитить ваши данные с помощью функции удаленной блокировки и очистки телефона. Когда вы будете готовы, перейдите в настройки, чтобы настроить аккаунт KaiOS. Ну, окей. Мы надеемся, что вы никогда не потеряете. Нажимаем «Окей», принимаем все, что нужно. Вот и все, ребят. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до скорых встреч. Пока.